Эдуашка, ему делать сюрприз вместе с вами. Сейчас посмотрим, что и как. Ашким Гюрмюрсон. Смотрите, я его завязала. Герчектен Гюрмюрсон. Еме. Ест и ест, как назло. Говорю, не, посмотрите. Схватила его, завязала. Дур, не шевелись, дур. Не шевелись. Дур. 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 Дур, дур. Дур, дур. Стоп. Стоп. Так. Aşkım. Ne? Bağlayacak mısın beni? Все. Открываю тебе. Сюрприз. Uçsene kutluyorum sana. Ya. Ha? Doğum günü müydü bugün? Doğum günü gibi. Aşkım kaç yıl? Сколько mum? Три? Mum. Mum. Ура! Ne yapmamız lazım şunu? Ne yapmak lazım? Dur. Dur. Beraber. Beraber. Aşkım. Sonra. Sen bak şimdi bu ne? Bu ne bak? Bu mum. Bu sonra bu ne? Bu mu? Bak sen ne var orada. Посмотрите, он даже не соображает, так растерялся. А, cüzdan. Teşekkür ederim. Gayet iyi, güzelmiş. Deri değil mi? Bak deri değilse. Anı. Marka bak. Marka. Göremiyorum. Ne? Bir markası da mı var? Gucci yazıyor. Neyse, güzel aşkım. Teşekkür ederim. Deri, deri mi? Deri, meri işte, idare edeceğiz. Beğendin kartlar mi? Güzel. Güzel, teşekkür. Buraya resmimizi koy. Gözüm vardı. Bizim resmi koyarız o düğün resmine. Çerçeveli olur herhalde. Fotoğrafı говорит, поставлю, говорит, вот это вот. Annemin resmini koyayım. Вот это, говорит, поставлю, говорит, в ее. Ya da annemin resmini koyayım bari. Ne söylemek lazım şimdi? Teşekkür ediyorum. Kto должен diye, kim sürpriz yapmak lazım bu gece? Çok erkek ve oldu. Ve bayan. Gel öpeyim aşkım. Не показывай себя. 3 yıl oldu evlenelim. Hadi. 3 mü oldu, 4 mü oldu, kaç oldu ben hatırlamıyorum. Нет, ничего. Мутлую, мутлую, слово юзден хотела мне. Просто перил мод. А? Білемедим. Хади, Ашким, берабер. Табы, 17-де евлендик. Хади. Иным 2000. Хади. Бир, ики, уч. Насыл мум? Сөнмеен мум алмысы. Бен о калар нефес йок. Своем не смогли. Гюль, 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 гюль. Вот так вот я поздравляю моего паста мужа. Паста чок-то шекер, я. Ашким, ярин бен сабах бакаджам, сене ванас. Бен ярим я. Ашким, херкес обвини аркадашлары бакаджаклар, сен насал сюрприз, сене нашки, моя паджаксен. Алладын мысын, ты понимаешь мне, как, какой сюрприз ты будешь делать, все будут смотреть. Фалан алырыз эралды бензе сан. Хэп, он бин кишилик. Вилла алачам сен, ашким. А? Вилла. Вилла купит мне. Kesin villa alırım yani. Ben. Aşkım ruka çeşitse. Kada ruka çeşitse leva. Это примета. К. К. Подарку. Подарку kim? Подарку. Хедие. Не знаю, манка шиер. Хедие. Все, будем кушать. Geçen sen almıştım aşkım hediye. Hedi aşkımla beraber. Beraber o biliyor da aşkım. Aşkım. Ama aşkım böyle biz istemiyoruz böyle kırılmak. Yarın siz seni böyle yapacağız. Сейчас быстро, а то я чихать буду. Aşkım. Nasıl denk getirdin onu? Pastaya gelmedi değil mi? Ona göre yiyeceğim, ona göre yiyeceğim. Nasıl o? Koronavirüslü pasta.
Koronalı mı değil mi? Мы Koronalıysa сколько yerim, бы yoksa yemem. насмеялись с ним. Друзья мои, сколько бы насмеялись с ним, в самый момент чихнул. Апчхи! Aşkım bana da böyle... Neyi, sen de mi istiyorsun? Sanıyorum. Var. Çok az. Tutamadım ya. Çok az yemiyorsun. Bu ne lazım bu? Şey, az yenir. Bu az yenir. Bayanlar az yer bu. Bunu asıl erkekler yer. Sen bilmiyorsun. Böyle lazım. Мы же жених невеста. Gelin ve bragmat. Sen unuttun aşkım. Onu sevmiyorum. Ben çünkü jelini. Şu güzel. Ну что, друзья мои, будем с Ашкивом развлекаться. Устроим праздник сейчас. Я же столько купила. Еще покажу, какие. Еще купила вот такое вкуснятину. Ну, купила такое, чтобы сейчас покушать. Большой торт зачем нам нужен, не так ли? Марка соли. Друзья мои, с Ашкивом идем праздновать. Вот так вот я выгляжу сегодня. Новая кофточка. В Твисте покупала. Камера не передает такой цвет. И вы такие счастливые, чёрт поплывёт. Целый день сегодня смеемся. Değil mi aşkım? Her gün, hep gün gülüyoruz. Evet. Вспоминаем нашу прошлую жизнь, ничего. Пошли, мы вам всё покажем. Едем в такси. Окна затемнённые. Думаю, почему так темно? В такси, оказывается, окна же затемнённые. Смотрите, как везде все ярко светятся фонари. Там куча ресторанов. Aşkım, burada yakın yok mu burada bir şey güzel? Olacak da. Var aşkım, buralarda da var da. Yakın ben daha. Biraz daha lüks buralar ya. Ne aşkım? Yok, burada bir restoran değil, kafeterya. Gidelim mi? Gidelim mi bu restorana aşkım? Restoran değil, kafeterya. Çay içmek istersen. Aa, istemiyorum, tamam, yemek istiyorum. İstiyorum. Yemek yok aşkım. Yemek olsa... Komiksin. Biz masak nezya yaz yana. Öyle sadıkay. Disko. Fenerbahçe meydan. Meydan Fenerbahçe. Bence almazlar yaştan buraya. Disko. 5 yaşından sonra girmek yasaktır yazıyor. Adamlar yazmış. Aşkım говорит на диско меня заберет, но тебя, говорит, не пустят. Siz Hızır evine gidin yazıyor. Beni aşkım olmaz ve seni. Sen yaşlı ve ben. Ben yaşlı. Sen ne? Sen 15, 15 yaşında. Ay aşkım. Saklanacak ne bu? Genç kızı nasıl nereye götürüyorsun? Genç kız. Говорит мне, боюсь, что полиция по мне скажет 15-летнюю молодую девушку. Как ты, говорит, имеешь право приводить на диско? Sonra aşkım. Gecekondu genelde gençler takılıyor. Aha. Выбираем ресторан. Выбираем ресторан. Ресторан где чертлажался? Жанны я иногда хожу. Ой, ресторан. Переполненный такой. Города гюзель мои. Просто ата ресторан. Ата? Ата. А, свинину. Дом нашли мы с Ашкивом место, так все зарезервированы, у него были другие планы, но туда не получилось. Сидим на улице, на улице хотели, в помещении не хотели, потому что вы сами знаете, что сейчас они небезопасны, ну и не хотим. И вот сидим.
посидим вот так на улице. Все, все столы зарезервированы, обошли 5 ресторанов. Представляете, пешком на эти каблучичек. И все было занято. Ну что, сейчас мы заказали вкуснятин, кебаб и это блюдо мясное с грибами. И будем кушать. Хайр, хайр, сора, геледжек наш. Все. Друзья мои, сейчас с Сашкой вам сидим и смеемся. Мы пришли в тот ресторан, где праздновали свою свадьбу, отмечали. Сейчас до нас это дошло. Наверное, это была судьба, то, что мы не попали ни в один, ни во второй, ни в третий, ни в четвертый, ни в пятый, а в шестой попали, именно пришли туда, где мы отмечали свою свадьбу. И даже спросили, где вы потерялись. Мы же были тоже часто после свадьбы сюда ходили на ужин. Очень хорош, очень вкусно здесь готовят. И так как здесь тоже места все были зарезервированы, то мы, значит, были несколько мест внутри, и нам не понравилось. Я сказала, давайте вынесите нам столик на улицу, мы посидим здесь. Потому что на улице так классно сидеть. Я не замерзла, тем более в новой кофточке. Сашка, принесли нам такой салатик. Сейчас, когда принесут обед, покажу вам. Мне нравится, как они делают красиво салаты. Разные рока здесь есть. И капусточка есть, и морковка. Очень вкусные салаты. Хлеб пекут сами. Очень вкусно. Так крупно все порезано. Гюрджустан гиби были салаты. Кючук кесмиорлар, гюзель. Чобан салата делают. Чобан. Это чобан салат. Посмотрите. Принесли нам сейчас такие фрукты. Ютуба салат. Привет, ютубер. Kötü bir şey almıyorsun. Söz verirsen vereceğim. Ekmek getir bastım. Kötü bir şey almıyorsun. Kur'an getir bastım. Allah seni. Kötü bir şey almayacaksan bak söz ver. Muş спрашивает, плохой ничего не купишь, говорит, дай слово. Я тебе дам денежки. Тебе, говорит, и брату, говорит, дам. Bu servis mi? Evet. Meyve. Helva. Ну, сервис veriyorlar. Ücretsiz. Это бесплатно. К еде прилагается. Видите, в каждом ресторане турецком вот такой вот сервис. Сервис называют. Почему? Потому что подарок. И можно еще и кофе, чай. Я уже показывала, сколько людей здесь переполнено. Место. Турки очень любят все свежее, еще оно не выросло. По-турецки баден, по-русски сейчас не помню. Русча насыл блашки. Русча. Баден турче, русча. Маме, знаете, что забыла? Ну и свежее не люблю. Орех такой. Ой, самый дорогой. Более также. Мои хорошие, вот эту машину мяшки им хедея в тебу араба. Как вам машина? Нас араба выедет мы? Беним, обеним. А? Хадашки матура джаз. Анахтары нерде. Ключи, говорю, где? В кармане. Нерде анахтары есть? Покажи анахтары нерде. Ой, это, говорит, без анахтары, без ключей. Böyle tutuyorsun. Benim arkadaşlar seni izliyorlar. Ama... А, видите, как надо заводить без ключей машина.